Привет, YouTube! Продолжаю заниматься потихоньку улучшайзингом своей машины, в частности комфорта. В этот раз доукомплектую салон подлокотниками. Завод решил, что в этой комплектации он не нужен, а вот я считаю, что он нужен. Автомобиль мной используется исключительно для поездок в город, и комфорт в таком случае мне очень важен. Менять центральный тоннель от престижа со встроенным подлокотником как-то жаба душит. Да и подлокотник, честно скажу, там посредственный. Мне кажется, лично мне он будет неудобен, но это мое субъективное мнение. Первым делом для поиска подлокотника я, конечно же, обратился на площадку Алиэкспресса. Выбора там хватает, но вот качество таковых, мягко говоря, смущает. Хлипенький пластик, того и глядишь, сломится от чрезмерной нагрузки. Да и сама конструкция таких подлокотников меня сильно настораживает. И я все же решил не делать выбор в пользу этих подлокотников. А решил поискать что-то у нас. Предложений на рынке тоже хватает и есть из чего выбрать. Я сделал свой выбор в пользу магазина подлокотник52.ru. У них представлена продукция для разных авто и не только подлокотников. Ознакомился на их сайте с разными вариантами подлокотников на свою машину и сделал заказ. Там же можно посмотреть видеообзоры их продуктов и почитать их описание. Для Rio 3 у них представлено три варианта подлокотников. Я выбрал второй вариант со встроенными магнитами в крышке. Первое впечатление подлокотника положительное. Выглядит достойно, материал на ощупь приятный. Сделан он по заявлению из качественной эко-кожи и имеет больше 100 тысяч циклов стирания. В этом я, конечно, сомневаюсь, но время покажет. Подлокотник полностью мягкий со всех сторон. Основа подлокотника толстая фанера, что в отличие от пластиковых подлокотников дает больший запас прочности. Строчки все ровные и аккуратные. Внутри подлокотник обшит карпетом, так что предметы внутри не будут греметь. Петля крышки аккуратно скрыта кожей. Особенность этой версии подлокотника — это наличие магнитов крышки для лучшей ее фиксации. Мелочь, а приятно. В целом качество изготовления нареканий нет, и сделан хорошо. Устанавливается подлокотник очень просто. Нижней пяткой вставляем в нишу центрального тоннеля и давим на подлокотник всем весом. Не боимся давить, так как основа его из дерева, прочность подлокотника высокая. Как заверяет производитель, подлокотник может выдержать нагрузку до 120 кг. Китайский пластмассовый аналог такое вряд ли выдержит. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Сел достаточно плотно, но вот фиксации никакой нет. И если надавить на край крышки, то подлокотник выходит из посадочного места. Также если пассажиры пнут сзади по нему ногой, то он также выскочит из тоннеля. Но во время поездки ничего подобного не происходило, при том, что 99% пути рука у меня лежала на подлокотнике. Если специально не расшатывать подлокотник, то он будет сидеть в своем месте уверенно. А вот при пошатывании или надавливании на него издает скрипы. Так как в тоннеле он никак не закреплен, то кожа трется о пластик тоннеля, издавая скрип. В эксплуатации подлокотник очень удобен. Очень мягкий, на ощупь кожа приятная. Видно, что сделан не из самой дешевой кожи. Регулировки сидений никак не мешает, и доступ к замкам ремней безопасности не затрудняет. Также поднятию ручника не препятствует, но вот поднимать ручник стало неудобно. Рука лежит удобно. Переключая передачи, рука также остается на подлокотнике. Пожалуй, самым главным недостатком этого подлокотника является то, что из-за своего размера он закрывает один из подстаканников. Это может создать определенные неудобства. Вторую бутылочку с водой поставить будет уже некуда. Но что поделать, либо два подстаканника, либо подлокотник. Еще два подлокотника я заказал для передних дверных карт. Их я заказал в другом интернет-магазине на сайте локотник.ру. С собой они представляют мягкие накладки. Основа у них, судя по всему, тоже из фанеры. Очень мягкая набивка внутри, перетянута качественной эко-кожей. Фактура кожи примерно такая же, как и на подлокотнике. Крепятся накладки на скотче. Нужно очистить и обезжирить место для крепления накладок. Затем снять защитную пленку со скотча и приклеить накладку. Теперь ездить стало еще приятнее. Я уже проехал с этими подлокотниками несколько тысяч километров, и эмоции только положительные. Плюс к удобству это еще и преобразование эстетики салона, так что смело могу рекомендовать к покупке. Ну, на этом у меня все, до новых встреч!